видно, да, все? Но. Так, и тут проблема у нас. Проблема в другом. Звук у нас очень громкий, и постоянно его приходится регулировать. Я не думаю, что люди как телеогов нет такого. Ладно. Ну что ж, всем привет, с вами Стомкраш, и это Fire Arrow, огненная стрела. Игру никак на геймпаде не получилось запустить, поэтому будем играть на клавиатуре. Тут какой-то трехминутный режим и новичок. Я не знаю, почему так. Что это означает вообще? Икс. Почему? Как подтвердить-то? Enter. Reset. XZ тут и еще какая-то кнопка, то ли пробел, ой, тут то ли Shift. Ладно, посмотрим, как я на клавиатуре. Буду играть через 3 минуты, мод, я не знаю. Музыка тут орет. И еще тихо. Ай, блин. Ё-моё, как тут играть-то? Первый опыт на клавиатуре. Ё-моё, как же жестко. Почему геймпад не поддерживает? Даже X-input не работает. Что за... Да. А, погодите-ка. А, у вас это работает. Я думал, я экран не... Да. Контов нету. Давайте новички играть. Ну потому что, блин, я на клавиатуре играть не умею. Выбил геймпад, я прошел. Ну или не прошел, хотя бы играл нормально. Два всего корабля. Почему-то я выбираю розовый, а не синий, не знаю. Кажется, это тоже как какой-то недоделанный проект. Из этой же папки шмапов, шутеров. Да ё-моё, да это издевательство, какое выживание. Ну как видите, выживание. А, бомба же есть, да? Какая бомба использует? А, вот так. А. Да. Имовар. Еще 2012 год, представляете? Музыка меняется. Апгрейды тоже какие-то есть, видите? Ну, улучшения. А что бомба не делает? А это что такое? Смена корабля, что ли? А зачем мне смену корабля делать? Как же? Блин. А бомба-то как делать, алло? Бомба на А, я так понимаю.
Глинь я ведь добавил бомб, тоже надобавлял. Нет. Или на. А, бомба на X. Извиняюсь. Не чихнул. Что происходит? На клавиатуре я вообще не игру. На геймпаде хорошо играю. По крайней мере, для среднего игрока. На клавиатуре, да. Посмотрим, посмотрим, ага, смотри. Ай, блин. И захват у игры отвратный. В окне не захватывает. Ну хоть с чатом идет. Ё-моё. Пес, какой капец. Там жалко какая-то, если честно. Сколько мы продержимся, что ли? Ладно, еще поиграем. Я столько парился с этой игрой, блин. Тут её... Чтобы ее на геймпаде запустить. Нифига не получается. Главное, черенша, блин, запустилась на геймпаде. Я удивился. Ты к сынку там. Хотя мне нет поддержки геймпада. И она старее этой игры. Первый опыт на клавиатуре, кошмар просто. Играю на стрелках и на ZX. Да не в курсе. А от 2017 года у меня написано 2012. Наверное, какое-то издание или официально вышло в 2017. Еще и сзади враги появляются. Стиме она вышла. А у меня не стимовская версия. Я не знал, что она в стиме есть. Предыдущих игр в стиме не было. Ё-моё. На клавиатуре держимся.
Не так и плохо. Все пройдено, что ли? Битва окончена, но это... Ну, короче, на сложный надо играть. Пожалуйста, попытайтесь тяжелый или... Ну, как бы титры-то есть. Все. Я считаю, прошел. Теперь понятно, почему есть сет контов. И тебе спасибо за игру. Ну все. Так быстро, я не ожидал. Да. Ради такой пятиминутной игры надо было только мучить. То есть смысл проходить на сложный. Давайте на сложный посмотрим. Трехминутный режим. Неожиданно на клавиатуре, конечно, так играть. Ай, блин. Бомбы, конечно, все использовал, блин. Ну ладно. Ух, ё-моё, это как вообще проходить? Эх. Блин, музыка знакомая. Какая-то диско-музыка. Очень знакомая песня. Играется. Ну, музыка, по крайней мере. Блин. Эх. Ну, я хотя бы попробовал. В принципе, пройдено. Я просто попробовал. Ну, попытайся на сложном режиме это... Ну, титры были, значит, пройдено. Нормально. На клавиатуре все-таки. Был бы на геймпаде, я бы... Хотя, фиг знает. Ну ладно. Так быстро мы с игрой расправились. Хоть и на новичке, но какая разница? Я бы, конечно, попробовал бы и более сложный режим, но... Еще три кнопки. А, ну три кнопки мы меняем, да? Но, блин, чтобы сложный режим попробовать, мне надо как-то на геймпаде играть.
чтобы пройти на сложном режиме. В принципе, игра не длинная, очень даже короткая. Просто обычная выживалка. Вообще, ну, есть игры длиннее намного и сложнее. Это, ну, такая. На клавиатуре она и сложнее покажется. На геймпаде вы будете прослой. 2017 год, конечно, это, конечно, не очень хорошо. В общем, сейчас будет, наверное, другая игра. Да нету. Черт. Я что-то заболел. Так, ладно. Всем спасибо, кто смотрел. Один спасибо тем, кто смотрел записи. Один спасибо тем, кто писал в чате. Хоть и немного, но все равно спасибо. Ну и, в общем, никуда не уходить, это будет другая игра.